Оперативники получили информацию о том, что в Иваново функционирует крупное производство фальсифицированных стиральных порошков известных брендов. Сбывали нелегальный товар в крупные сетевые магазины на территории ряда субъектов Российской Федерации, а также через маркетплейсы. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местоположение нелегального цеха. В ходе его осмотра изъято более 7 тонн готовой продукции, столько же компонентов для изготовления порошка, оборудование для производства синтетических моющих средств и упаковочные материалы с фирменными логотипами. По предварительной оценке, нанесенный правообладателем ущерб составил свыше 2 миллионов рублей. Полицейские устанавливают личности подозреваемых в противоправной деятельности.